Нижнекамск впервые стал участником национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В его рамках на улице 30 лет Победы приступили к строительству новой дороги от проспекта Мира до улицы Фикрята-Табеева. Протяженность участка 440 метров. Работы выполняет компания «Алексеевск-Дорстрой». В процессе ремонта мы столкнулись с массой проблем. Основная – это переувлажненные непригодные грунты и высокий уровень грунтовых вод. И поэтому для решения этой проблемы проектировщикам было принято решение о замене непригодного грунта и о стабилизации грунта известью. Вот эти работы на данный момент и ведутся. Как объяснил зам генерального директора подрядной организации, верхний слой асфальта покроют высотехнологичной основой нового поколения – полимерно-битумным вяжущим. Оно позволит продлить сроки ремонта дороги на 2-3 года. Оценить ход работ на место выехал советник главы Нижнекамского района по вопросам дорожного строительства Тагир Камалетдинов. Здесь предусмотрено для школы, данной школы, парковочные стояночные места. 100-метровые стоянки. Производится полный комплекс работ по созданию доступной среды. Это и стоянки, и подъездные дороги к домам, это и устройство наружного освещения, полное обустройство дорожными знаками, дорожной разметкой. Всего на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» выделяется 480 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют еще 4 участка дорог. Обе стороны проспекта Химиков – от Вахитовского кольца до улицы Корабельной, улицу Чибинская – от Гагарина до проспекта Вахитова, четную полосу на 50 лет Октября и дорогу от поворота индустриального парка «Пионер» до начала дороги «Южная». В целом в этом году на обновление дорожного покрытия из федерального, республиканского и муниципального бюджетов выделено 1 миллиард 700 миллионов рублей. Всего на реконструкцию данного участка дороги будет затрачено 91,5 миллионов рублей. Работу планируют закончить в середине августа. Кира Николаева, Влад Семагин, Н-Медиа.